Или вообще тогда надо сказать? Ну, надо сейчас поговорить с Вербухом. Ну, Спросим. Вот вопрос с тем, как мне завтра откатать. Потому что я сейчас, вот на данный момент, не могу катать. Ну, заморозим ее. Вот мы попробовали. Значит, надо сейчас попробовать заморозить, чтобы я привык. Давай, сейчас поговорим, хорошо. Шипит. Это не страшно. Не, ну я не могу так кататься. Я могу сам кататься, могу. Ну вот давай, там. Давай. Ну ты чуть-чуть покатайся, Егор. Если больно, значит... Нет, сам могу один. Да, ну, ну... Я не буду кататься. Точно. Решил, да? Ну я не решил, мне сказали это. Если я буду кататься, я не смогу вообще дальше потом работать. Да. Что делать будете? Не сами решайте. Я два варианта. Вариант это, ну, как бы мы объясним, что мы ждем тебя. Второй вариант более такой честный, справедливый. Это ты идешь в номинацию, кто-то с тобой попадает, за вас люди голосуют, если они решают, что вы остаетесь в проекте, вы катаетесь дальше. Ну, то есть, чтобы люди понимали, что так нельзя делать, грубо говоря. Если кто хочет рискнуть, то рискуйте, да, вы в номинации. Ребята, ну что же, как гром среди ясного неба, известие, что любимчики публики сегодня не покажут своего мастерства на этом этапе. Что случилось с вашей замечательной парой? Егор, отвечай. Ну, дело в том, что я получил травму уже вот какое-то достаточно большое количество времени назад, и две программы откатал с травмой. Вот, и врачи вот теперь мне не разрешили кататься, но я думаю, что к следующему, ну, мы, дай бог, это все решит руководство проекта, не знаю, как разрешат нам кататься, не разрешат, но я прикладываю все усилия, чтобы справиться с травмой ноги и вернуться в проект. Ну, конечно, обидно в первую очередь пропускать, но я для нас как бы сейчас самое главное, чтобы зажил, а то можно пропустить, так все будет, в общем-то. Мы получаем огромное удовольствие, когда мы катаемся, мы получаем огромное количество писем от вас. Спасибо большое за поддержку. Надеемся. Мы вас тоже очень любим и надеемся показать вам какие-то еще интересные программы. Ну что ж, на самом деле очень обидно, и я желаю тебе скорейшего выздоровления, прям скорейшего, и возвращения вашей пары в строй. Договорились, потому что мы будем очень в это верить. Спасибо. Надеюсь, до скорой встречи. Здоровья.